Она, конечно, пропитана той теплотой сердечной, которую мы можем людям дать, потому что когда конкретно создавались эти изделия для ярмарки в рамках акции «Дари добро на Рождество», ты сидишь, вяжешь и думаешь об этих детях, которым сейчас нужна помощь и которым нужно оборудование, например, для реабилитации, которого у них нет. И, естественно, эти мысли, они как-то вплетаются в ниточки и желаешь, чтобы наконец-таки это произошло. Любой человек наделен любовью от природы, но в рамках вот этой жесткой жизни, в которой мы находимся, это чувство, оно настолько затаивается, и человек, он сам его загоняет все глубже и глубже, потому что на самом деле показывать свою любовь — это очень тяжело. Человек, который показывает любовь, он априори уже подвержен чему? Негативному влиянию, осуждению, потому что общество у нас, к сожалению, тяжело воспринимает это чувство. Вот. И поэтому любовь нужно, конечно, в себе воспитывать, причем правильно воспитывать. Вот со своим ярким сердцем, которое у меня здесь сейчас сияет, я бы, конечно, хотела пожелать в первую очередь людям большой, чистой, настоящей, справедливой любви. Мило. Так. Это кому в подарок? Ну, близким. Так. 2019 год. О, ну, с удовольствием. Ручную работу с удовольствием. Цель нашей ярмарки – научиться думать о тех, кто нуждается и кто попал в сложную ситуацию. И все средства, они будут направлены целенаправленно тем людям, которые нуждаются. У нас уже есть те непосредственно наши подопечные, кому эта помощь очень-очень-очень нужна. Поэтому мы ждем вас. У добра нет границ.